с нами поедет. Шипованный, смотри. Здорово. Алё, шипованный задний, видишь что? Ну вот. Покатай! Поехали. Поехали. Покатай. Давай. Обязательно. Сколько видишь всяких механизмов. А поехал кто? Ты поедешь? А как включать? Thank you.
Глянь на него, глянь! Так, давай, здорово! Здорово! Ну ты как? Там кто, блядь, порисовщик? Давай разрывай, блядь! Чего? Нормально взрослого, да? Че, водки? Бля, вот Женек, Женек. Вот Ямановский, блядь, туда грел, блядь. Я вижу. Я все, блядь, созрел нахуй. А вы приезжали, мод? Да ебали. Кто мы? Я вообще отсюда ехал, блядь. Перегрелись, потом если там шли, а потом хуяшки. А мы поднялись наверх, короче, на мостотряд. А чего А? По-моему, где что не поехали? Блядь, что-то я очканул, и тогда отсюда через мостотряд. Я под мостом проехал. Под мостом проехал? Да вам сам тоже под мостом пошли. Ну обратно под мостом поехали. Я теперь ехал, блядь, там через дорожку. Блядь, а мы... Оба она! Глаз рыбак, блядь! Его уже так вот, блядь! Рыбу, рыбу привёз! Рыбу, рыбу! Тут рыбу, блядь! Тут рыбу, блядь! Всё это говно нахуй рыбу, блядь! Началось, ёпта! Ебал я яйца морозить, да? Да пиздец! Лучше кататься нахуй. Хуйней, прострадали с 7 утра нахуй. Да то какая подготовка. Я в 7 утра встал ребенку смесь делать, блядь. Смотрю в окошко, думаю, блядь, Айрат стопудов сидит, блядь. А мой-то на рыбалку пошел. Thank you.
Чего вы думаете? Останавливается. Так, на экстренный случай. Ну, смотри.
Алло, Лёх. Да. Если паука там снегу, блин, он вообще рвет. Мы здесь поедем, нет, да? Ой, мы здесь. Сильно газ, если даешь, он сразу лишит.
где? Вон на тот бугор.
лет вон катается. Чуть далеко отстали. Диагональ далеко. Я вот так смотрел, если вот между берегами здесь 4 километра прямой. Вот, да? Ну да, да. Вот я говорю, а по карте смотрю, там 4 километра всего между вот этими точками. А мы по диагонали поехали. Так далеко. Вот это отстоит. Азарт, да, такой? Ну да. Подрыв, вот это нравится, блядь. Видите, вот нос когда попадает. Аж подпрыгиваешь полностью. У меня легкие полностью там отрываются. Не, на горнике поварится. Горник, я не знаю. Это 250, а горнике 180-200 вообще. Серьезно? Да. Я думал, они тоже 250-200. 180, вот я смотрел, вот это саммит, по-моему, вертышка. А это он получается как бы средний между горниками и утилитарниками. Ну, вот это турист. А все-таки охота попробовать его на горнике. Ну да, ну у нас это, видишь, снегу-то не особо. Ну да, да, он не опасный. Но это все по безопасности. Что они там? Чуть-чуть осталось, сейчас правее берем, вот здесь вот, с этой стороны так заедем. Потому что здесь все резкий этот берег, заедем. Стас, что, где? Ну вот сейчас вот здесь заедем. Сейчас я Данил, позвони туда. В центр стороны сейчас так поднимемся. Ага. Слышно? Я говорю, Крюшинский залив, мы сейчас подъехали, сейчас прям здесь поднимемся на гору. Ну, ты на горе стоишь? Я понял, ну сейчас на гору будем подниматься, с стороны залива. Да скажи, что мы на береге, да и все, что они будут там? Thank you.
палубах. О, бля, смотри, девочки, нихуя, а здесь снизу есть завод. Да, я знаю. Ебать, как охуенно, я думаю. Не, обратно не поеду, лучше там.